Хотите рецептик самого вкусного трайфла на свете? Тогда обязательно сохраняйте этот рецепт и готовьте по нему. Для начала измельчаем бисквит. Можно это сделать как руками, так и в блендере. В другую чашу кладем сыр. Можно использовать любой творожно-сливочный сыр, какой вы любите больше. Затем к сыру мы добавляем сахар и сливки 33% жирности. Начинаем взбивать на средней скорости до растворения сахара, а потом добавляем скорость до максимальной и взбиваем до загустения крема. Выкладываем бисквит в форму для трайфла, выравниваем его, затем к нему кладем крем, тоже выравниваем ровным слоем. Сверху сыплем арахис, так как у нас трайфл сникерс, и орешков не жалеем, побольше. И растапливаем шоколад. Я еще добавила молоко, чтобы довести его до нужной консистенции. Затем положила в микроволновку и растопила. Выливаем шоколад равномерным слоем на трайфл. И вуаля! Трайфл.